Всем привет! Добро пожаловать на уроки вежливости. Меня зовут Дима, и я докажу вам, что успех любого мужчины зависит от его воспитания. Самое главное в манерах – не напрягайтесь, будьте максимально естественными. И со временем, когда вы будете запоминать уроки этикета, вы будете вести себя соответственно, сами того не подозревая. И тогда вас будет уже не остановить. Сегодня поговорим о головных уборах. Дорогие мужчины, никогда не заходите в помещение в головном уборе. Исключением являются общественные места, поезда, автобусы, станции метро. Снимайте всегда головной убор в присутствии женщины, когда фотографируетесь, ходите в дом и когда звучит государственный гимн. Выполнение даже одного этого правила поднимет вас в глазах окружающих. Вам это ничего не стоит, зато какой эффект это произведет. И помните, вежливость – это удел успешных и сильных мужчин. До встречи на следующей неделе. Чао!